Иран и Азербайджан создадут совместную комиссию для разработки некоторых месторождений на Каспии. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Овджи. По его словам, совместная разработка, добыча и экспорт энергоносителей отвечают интересам обоих государств. Иранские и азербайджанские компании обладают большим опытом в данной сфере. Тот факт, что обе страны богаты нефтяными и газовыми ресурсами, обуславливает развитие сотрудничества. Иран заинтересован в развитии связей с ближайшими соседями. Азербайджан также является нашим ближайшим соседом и дружественным государством. Обе страны обладают большим потенциалом, и использование этого потенциала является необходимостью, заявил министр нефти Ирана Джавад Овджи.